Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть такое количество людей в зале сегодня. Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Мне достаточно непросто было собраться и пригласить вас сегодня. Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над «и». Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это все с профессиональной спортивной карьерой одновременно. К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать эти такие две важных области жизни для меня. Это решение для меня обдуманное, и конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру. Время в большом спорте для меня будет незабываемым. И я хочу поблагодарить все это время. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом и кто встретился мне и помогал мне на этом пути. Потому что каждый, кто был рядом со мной на протяжении этих лет, в большей или меньшей степени помогал моим достижениям. Я хочу сказать огромное спасибо всем, начиная от моих первых тренеров, начиная с моей команды и заканчивая поварами тех тренировочных комплексов, на которых мне приходилось готовиться. Я хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам за настоящую поддержку. Спасибо за то, что я могла чувствовать вас за своей спиной в минуты побед и в не самые легкие моменты. Вы просто потрясающие, невероятные. Я хочу сказать большое спасибо всем вам за то, что освещали все мои гонки и давали возможность зрителям наслаждаться ярчайшими моментами. Хочу сказать спасибо моей семье за то, что она всегда рядом, за то, что верит в меня и помогает во всем. И, конечно, самое главное, хочу сказать спасибо моей стране за то, что, побеждая, я могла с гордостью чувствовать, что это не только мои победы, но и победы всей страны. Спасибо. Я чувствую, что на сегодняшний день это для меня правильное решение.